Сейчас решаем задачи о низколактозной продукции и продукции здорового питания. Завод Никон является отлаженной структурой. Строжайший контроль качества на каждом этапе. Современные, развивающиеся и делающие полностью натуральную продукцию. Высококвалифицированные сотрудники, которые любят свое дело. Обратите внимание на торговую марку «Родная природа» в магазинах своего города. Я лично убедилась в этом качестве и рекомендую вам эту продукцию и вашей семье. Меня зовут Сергей, я директор молокозавода «Никон», который находится в округе Домодедово на территории государственного племенного завода «Константинова». Я захотел на территории своего предприятия запустить уникальный продукт, полезный, вкусный, качественный допустовой творог от Ольги Елисеевой. И пригласил ее для того, чтобы она организовала производство на наше предприятие. И я реализовала свои идеи в виде пластового творога, который могут люди покупать и наслаждаться этим натуральным, вкусным и полезным продуктом. Технология изготовления пластового творога подразумевает возрождение традиций и утерянных рецептур. Творог получился таким, как делали его в старину. Мы сделали вместе это большое дело, и теперь наш творог доступен каждому. И пусть каждый увидит, как рождается этот продукт. Сергей, расскажите, пожалуйста, уникальные свойства своей продукции и где можно людям вашу продукцию купить? Все наши продукты из натурального коровьего молока. Без добавления консервантов, ароматизаторов, красителей, стабилизаторов. Все наши продукты – это живые продукты. Знаете ли вы, что мы первые запустили производство целебного кисломолочного напитка «Нарине» на наше предприятие? Уникальность напитка «Нарине» является истинный штамм микроорганизмов, который выделен из организма человека. Это лечебный продукт, у которого есть клинические испытания, произведенные в онкологической практике после проведения химиотерапии, после проведения антибиотикотерапии. Этот штамм, который находится в этом напитке, восстанавливает микробиом человека. Сергей, я вот тут увидела продукт «Кефирно-огуречная диета». Это еще обезжиренный продукт? Расскажите, пожалуйста, поподробнее о нем. Да, это обезжиренный продукт. У наших технологов стояла задача произвести такой напиток, который можно было бы использовать в здоровом питании людей, сидящих за своим весом. И для всех людей это очень вкусный, полезный, хороший напиток. Фигура останется стройной, а вы сияющий и здоровый. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это очень вкусный, насыщенный, приятный, освежающий напиток. Сергей, а как вам удалось сделать такой продукт, который действительно отличается от остальных других покупных йогуртов? Настоящий, нестабилизированный, очень приятной нежной консистенции. Я уверена, этот йогурт вам обязательно понравится. Мы производим свои йогурты традиционным способом. Заквашивание и созревание продукта производят в изолированной закрытой упаковке. Данный способ производства называется термостатным. Наши йогурты мы производим с различными фруктовыми и ягодными дополнителями. Все фрукты и ягоды в составе данных продуктов полностью натуральны. Без консервантов, стабилизаторов, загустителей и других спорных агентов. Ароматный сгусток. Кстати, этот сгусток, так как он не содержит никаких стабилизаторов, можно легко разбить. Смотрите. Легким движением руки йогурт превращается
настоящий йогурт превращается в питьевой. Сергей, это волшебство. Вы сумели сделать йогурт и ложковой, и питьевой в одном продукте. Рад, что вам понравилось. Пойдемте на производство.